Верховный суд России объявил перерыв в заседании по делу кандидата самовыдвиженца Андрея Борисова до понедельника. Причина – отсутствие подписных листов, которые не предоставила окружная избирательная комиссия. Напомним, 3 августа Борисов сдал документы на регистрацию в качестве кандидата на выборы в Госдуму. После их проверки в регистрации ему отказали. В свою очередь, самовыдвиженец обратился в Верховный суд Якутии. Суд обязал отменить решение избирательной комиссии. На данный момент дело находится в Верховном суде России и будет рассмотрено в понедельник, 12 сентября. Сегодня должно было состояться разбор этой апелляции, но в связи с тем, что со стороны окружной избирательной комиссии республики было дополнительное ходатайство по поводу дополнительных списков, которые они у себя опять, как всегда, нашли. И, соответственно, Верховный суд принял решение сделать перерыв до понедельника. Так что я обращаюсь всем жителям республики, обращаюсь всем, кто подписал, поставил подписи, больше 75 тысяч человек, которые сейчас с надеждой, с верой ждут справедливости, что еще, впереди нас ждет борьба, понедельник, где мы будем отстаивать свое право быть избранным.